Маленькую девочку часто оставляли одну дома на ночь. Ее родители работали в ночные смены. Именно поэтому ей разрешили завести собаку. С питомцем было уже не так страшно спать одной. В очередной раз она закрыла все двери и открыла окно, чтобы не было душно. Ее пес, как обычно, забрался под кровать и мирно сопел там, повиливая хвостиком. В этот раз она уснула быстро. Но посреди ночи ее начал донимать какой-то капающий звук. Сквозь сон она подумала, что не закрутила кран в ванной, и надо бы встать и закрыть. Но ей не хотелось вставать. Поэтому она просто опустила руку под кровать, а собака привычно ее лизнула. Это успокоило девочку, и она сразу же провалилась обратно в сон. Весь этот цикл продолжался около полутора часов. Девочка просыпалась от этих звуков, но собака снова и снова лизала ей руку, и она опять засыпала. Вскоре ей это так надоело, что она решила встать и все-таки закрыть кран. По мере приближения к ванной, звук становился все громче. Она уже подошла к ней и потянулась к выключателю, как вдруг... Ужас сковал ее тело. Собака висела, привязанная к душевому шлангу, а с ее шеи капала кровь. Это и был тот самый звук. Когда она смогла отвести взгляд от этого зрелища, то увидела надпись на зеркале.